Проблемы ЖКХ и материнская смертность, рост промышленности и сельское хозяйство. Самый широкий спектр вопросов обсуждал премьер-министр Алихан Смаилов в Павлодарской области. Тут ему не только показали развитое хозяйство региона, но и рассказали о насущных проблемах. В Казахстане принимаются системные меры по развитию сферы образования, сказал премьер, посетив Павлодарскую область. Возводятся новые и модернизируются существующие школы, увеличивается госзаказ и количество грантов. Ежегодно повышаются зарплаты педагогам. Например, в Павлодарской области до конца года планируется открыть 5 новых школ. Смаилов лично убедился в качестве объектов. Еще одним пунктом рабочей поездки премьера стало посещение областного перинатального центра на 160 коек, запущенного еще в 2015 году. Тут он отметил, что в области отмечаются достаточно высокие показатели младенческой и материнской смертности. А еще создание условий для реабилитации детей с заболеваниями – это одна из основных задач акимата в этой сфере. Помимо этих объектов посетил Алихан Смаилов и агроформирование. Например, получившее господдержку крестьянское хозяйство, которое на площади 1700 гектаров занимается выращиванием картофеля с применением современных оросительных технологий. Кроме того, на предприятии возведено овощехранилище мощностью 10 тысяч тонн и ведется возведение молочно-товарной фермы мощностью 10 тысяч тонн молока в год. Общий объем инвестиций в проект составил 11 миллиардов долларов, из которых 7,6 миллиарда – льготное кредитование по линии аграрной кредитной корпорации. Оставшиеся 2,7 миллиарда – это субсидирование. Надо тиражировать такие проекты, сказал премьер. Сейчас как раз время вкладывать именно в сельское хозяйство и в такие вот проекты. Там, где есть вода, и технологии по водосбережению применяются. То есть, получается, производительность у вас выше за счет этого. Сейчас конъюнктура мирового рынка продовольственного именно складывается таким хорошим образом для сельского производителя, что при определенной поддержке со стороны государства будет хороший эффект. И социальный эффект с точки зрения занятости, и обеспечения продовольствием собственного населения. Премьер ознакомился с деятельностью казахстанского электролизного завода мощностью 250 тысяч тонн алюминия в год, который направляет продукцию на внутренний рынок и на экспорт. А вот это предприятие по производству архитектурных стеклопакетов и премьеров интерьера из стекла. Оно тоже в разные годы получило господдержку по программам «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей». Продукция компании реализуется на внутреннем рынке и за рубежом. Но и нельзя было не отметить такой важный для региона и республики проект, как Павлодарский нефтехимический завод, который недавно вышел с планового ремонта. Тут был затронут вопрос топлива, и все объемы ГСМ должны своевременно поставляться на рынок. Ну а ситуацию, связанную с тем, что дистопливо и бензин вывозятся транзитным транспортом из республики, все это мы решаем, сказал премьер. Будут приняты решения, которые скоро вступят в силу. Они касаются того, чтобы сохранить цены на дистопливо, в частности, вот, для внутреннего потребителя, но для внешнего потребителя, который заезжает с определенных стран, чтобы она была по цене их внутренних рынков, то есть на рынках соседних стран. Я думаю, что это будет справедливо. Еще беспокоит вопрос экологии. 30% выбросов по республике происходит по причине 8 компаний, представители которых находились сегодня в Павлодарской области. Все это влияет на здоровье местных жителей, подчеркнул премьер. Вопросы снижения выбросов, переработки, утилизации отходов – это первейший вопрос сейчас. Поэтому та дорожная карта, которую вы разработали, это хорошо, но нужно сейчас, наверное, акимату совместно с МГПР и этими 8 компаниями, в первую очередь, организовать работу по научно-исследовательскую работу, какие технологии можно применять в каждом конкретном случае по снижению выбросов, по переработке вот этих отходов. Гульнара Умарова, Олег Писаренко, ТДК 42.